Всем привет. Сейчас поздний вечер. Я, значит, вот тазик хочу показать. Я, значит, нарезала, сегодня резала ножничками. Нарезала, значит, у меня вот такой вот укроп. Вот растет. Уже вот такие вот бодели. В общем, пришлось мне его срезать весь. Вот я хочу, значит, это порезать и, значит, пакетики и это самое заморозить, в морозилку засунуть. И здесь у меня, значит, сушеный. Я также вот большими сушила, но как-то мне не очень-то нравится. Вот. Я решила засушить вот так целым. Я подумала, потом я его это, ну, руками вот так поломаю. И будет нормально. Ну, в общем, не знаю, посмотрим, что с этим укропом делать. Вот. Ну, в общем, я вот так вот сушила. Вот. Просто бодыли положила и сушила. Не резала ничего. Вот, подумала, порежу, весь провалится вниз. Ой, ну, в общем, что-нибудь придумаю. Не знаю, или сухой такой порезать уже. Вообще непонятно, что здесь. Вот. В общем, вот столько у меня укропа. Сейчас буду. Днем я была в огороде, было некогда. Выдирала траву целый вечер. Ой, целый вечер, целый день выдирала, уж голова не работает. Вот. Ну, в общем, еще вот мне предстоит, наверное, сейчас порежу. Я вот эти бодели не буду резать, вот до них вот так порежу. Вот. И, в общем, мешочки и морозилку. Ой, вот такой у меня на столе бардак. Вот столько у меня вот такой тазик. Вот столько у меня было укропа кругом. Вот что. Ну, вот я нарезала это, укропчик. Я его не мыла. Он чистый после дождей. Он у меня рос наверху. С чесноком вместе. Я его не стала мыть. Он чистенький, хорошенький. Вот, ну, в общем, вот так я нарезала. Сейчас покажу, сколько у меня получилось. Это вот два пакетика здесь. Я, значит, перехожу в морозилку. И у меня вот здесь вот еще как раз, два, три. И здесь еще четыре пакетика. Вот так я свернула и вот так уложила. У меня, значит, здесь соленое сало. Здесь лежит замороженное. Вот. Потом здесь у меня тоже сало разного калибра. Так, и не соленое, и внутреннее сало. Вот. Здесь тоже у меня вот сало. Это все от нашего Борова. В общем, мясо мы уже скушали, а сала осталось очень много. Вот. В общем, везде одно сало. И здесь я заморозила, значит, эти, в общем, от чеснока. Перья или как они там. Вот. Я сегодня пеку пирожки. Пирожки на дрожжевом тесте, на молоке, чуть-чуть водички добавила. И пирожки у меня яйцо с луком. Получилось это на взломе. Вот так я специально сломала, чтобы показать, какие получились. Ну, вот такие вот красавчики у меня получились. Я сегодня решила их испечь. А это я. Всем пока-пока.